Считается, что круг – самая идеальная геометрическая форма. Так думают не только математики, но и архитекторы. И в нашем любимом городе есть самый-самый круглый дом. Он находится во дворе дома на набережной реки Фонтанки. С улицы его не видно. Его правильное название – надворный флигель или дворовый корпус. Но народным стало дом-кольцо. 2 века назад архитектор Иосиф Шарлемань построил его по заказу купцов Устиновых. В 19 веке земля была очень дорогой, и предприимчивым купцам не нравилось, что двор простаивает и не приносит дохода. Архитектору была поставлена задача – построить дом, который не перекрывал бы солнечный свет другим жильцам, а также имел свой собственный двор. Шарлемань не стал изобретать колеса, а взял и построил дом-кольцо. На втором и третьем этажах располагались жилые квартиры, а на первом – конюшены и каретные сараи. Сейчас в них тоже держат коней, но уже железных. Кстати, именно в этом доме с 1827 по 1833 год снимали квартиру родители Александра Сергеевича Пушкина. Семья тогда жила очень скромно, а аренда в круглом доме была бюджетной. Когда будете во внутреннем дворике, обязательно посмотрите вверх и загадайте желание. Городская легенда гласит, что это одно из волшебных мест Петербурга, где все загаданное сбывается.